Идемте, идемте. Быстрее, сынок, котлеты остынут. Минуту, папа, не двигайтесь, снимаю. И ты идем. Нет, мама, я вас фотографирую. Иди сюда, не то я не позволю фотографировать себя. Мама, не закрывай лицо. Иди сюда, сынок. Идем к нам, Мэрт. Все вместе сфотографируемся. Идем, Мэрт, идем. Давай быстрее, котлеты остывают. Проходи, вставай сюда. Может, чаю поставить? Я уже заварила. А что на десерт? Домашняя пахлава. С фисташками. Представляю эту вкуснотищу. Снова проголодался. Так, я иду, иду, иду. Идем. Идем, брат. Я же говорил, что... Папа... Ну вот. Попробуем еще раз. Теперь все котлеты достанутся Мэрту. Мне надо идти в гараж. Появились дела. Конечно, иди. Работа в первую очередь, а котлет потом поешь. И в чем дело? Я все организовал. Игра будет. Ну как, ты чувствуешь, что удача будет на твоей стороне? Сегодня нам не нужна удача, друзья. Не ответишь? Здравствуйте, я волшебник Эзель. Эзель. Эйшан. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я хочу, чтобы ты взяла Джана и уехала оттуда. И куда мне ехать? Разве есть куда мне ехать? Есть. Я есть. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я не могу долго говорить. Можешь передать мне Кинана? Как? Мы начинаем игру. Сначала по мелочи, потом будем играть по-крупному. Мы появимся на сцене и будем играть до тех пор, пока... Кинан не станет играть с тобой по-крупному. У нас только один шанс. Я скажу, куда. Ты сможешь привести Кинана? Если ты скажешь, он поедет. Ты думаешь? Да, я видел. Когда? Мы вернемся к этому разговору через месяц. За это время он позабудет нас. Я позвоню тебе, когда придет время. Эзель, я делаю это только ради Джана. Вечером у меня игра. Пожелай удачи. Там опасно, да? Однажды мы вытащили оттуда Джингиза. Ты отвлекала, Али бил, а я увез вас. Вспомнила? Вспомнила. Тогда между вами уже что-то было? Я не могу больше говорить. Надеюсь, ты не доверяешь этой женщине, Эзель. Она думает, что ты убил ее сестру. И что скажешь, партнер? Мы можем доверять Эйшан? Сам скажи. Она обманула нас обоих. И мы друг друга. Другого шанса одержать над ним победу может и не быть. Ты узнала, где они встречаются вечером? Тебе нужен Рамис. Тебе нужен только он, не так ли? Мне нужно многое в жизни. Я приведу к тебе Эзеля. За руку приведу. Но ты получишь то, что хочешь, и отпустишь его. Верь мне. Куда мы приехали? Я решил, что вам наскучило в моем доме. Он похож на музей. И мне наскучило, если честно. Рядом со мной вы подвергаете свою жизнь опасности. Вы побудете здесь какое-то время.
Хорошо. Мы недавно познакомились, но я понял, что они многое забрали у тебя. Ты позволишь вернуть кое-что? Тогда наверху тебя ждет сюрприз. Надеюсь, ты не разозлишься на меня.